strong. Всем привет! Это новый выпуск проекта «Подготовь свое тело к лету». Наш проект продолжается, и в этом выпуске вы узнаете, как мы проводим тренировки. Наш проект продолжается на протяжении 3 недель. За это время наши участники побывали на разнообразных тренировках, побывали в бассейне, на занятиях по йоге. Также парни попробовали себя в борьбе и в боксе. Также ребята используют городскую инфраструктуру, тренажеры, расставленные на улице, прокат велосипедов и беговые дорожки. Но на этом сюрпризы для наших участников не заканчиваются. Самое интересное ждет их впереди.